Добрый день, с вами Дина Краснова. И в сегодняшнем видео я расскажу про новую функцию копирования строки из одного документа в другой, которая появилась в программе, начиная с версии 3.0.43.32. И теперь после обновления в каждом документе, где есть табличная часть, появились вот такие дополнительные кнопки «Скопировать строки» и «Вставить строки». То есть сейчас я могу вот эту строчку выделить, нажать на пиктограммку «Скопировать строки», либо можно Ctrl-Shift-S, вот здесь вот подсказка идет, нажать на клавиатуре. И затем открыть новый документ, создать новый документ, например, этого же вида, поступления. И здесь ставить эту строчку, нажать на кнопку «Ставить строки», и вот сахар вставился. Также можно копировать сразу несколько строк, например, если в документе несколько строк, можно выделить их через кнопку Ctrl на клавиатуре. Опять нажимаем «Скопировать строчки». Здесь скопированы уже две строки. И опять же я сюда их вставляю при помощи вот этой кнопки. «Вставить строки» тоже можно на клавиатуре сочетанием клавиш это делать. Ctrl-Shift-V. И вот у меня вставились две строчки сразу. А вот таким вот образом теперь в программе можно копировать строки из одного документа в другой при помощи новых пиктограмм. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Exactly.